Глава округа Андрей Булгаков посетил библиотеку номер 3 во Дворце культуры имени Чкалова после ее масштабной модернизации. «Если быть, то быть первым» – таков девиз библиотеки в микрорайоне Чкаловский, которая стала первой модельной библиотекой в Щелкове. Напомним, учреждение выиграло конкурс на получение гранта в рамках национального проекта «Культура». Современное, комфортное, доступное, преобразившееся пространство читатели смогли оценить уже в конце лета. Каждый его уголок теперь говорит о том, что библиотека располагается на прославленной земле авиаторов. Обновленная до неузнаваемости, она стала еще востребованнее среди читателей разных возрастов, в чем лично убедился Андрей Булгаков. В беседе с жителями глава отметил важность использования мультимедийного оборудования, что создает более привлекательную интерактивную обстановку для юных читателей. Старшее поколение здесь тоже не скучает. Для участников активного долголетия проходят просмотр фильмов, литературные вечера и занятия по телефонной грамотности. Новая культурная точка притяжения ждет жителей со вторника по пятницу с 11 до 19 часов. В субботу и воскресенье также с 11 до 18 часов, а в понедельник обратите внимание в учреждении выходной день.